егда же обедовавши, глаголы Симону Петру Иисус, «Симоне Ионин, любишь ли мя паче сих?» Глаголы ему, «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя!» Глаголы ему, «Паси, агнцы моя!» Глаголы ему паки второе, «Симоне Ионин, любишь ли мя?» Глаголы ему, «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя!» Глаголы ему, «Паси, овцы моя!» Глаголы ему третье, «Симоне Ионин, любишь ли мя?» О скорбе же Петр, яко рече ему третье, любишь ли мя? И глаголы ему, «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя!» Глаголы ему Иисус, «Паси, овцы моя!» «Аминь, аминь, глаголю тебе, егда биюн, поясашася самый хождаши, хамужи хотяши, егда же состареешися и воздержавши руцы твои, и ин тебя пояшет, и ведет, амужи не хочеши, сие же рече, назнаменная кою смертью прославит Бога, и сия река глагола ему, иди по мне». Обрящся же Петр, видя ученика его же любляши Иисус, во след идуща, и же и возлежа на вечере на персе его и рече, «Господи, кто есть предая тебя?» Сего видев Петр, глаголы Иисусови, «Господи, сей же что?» Глаголы ему Иисус, «Аще хощу, до той пребывает донде же придут, что к тебе, ты по мне гряди». Изыди же слово сев братию, яко ученик той не умрет, но не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому пребывать, и донде же приду, что к тебе. Сей есть ученик свидетельства его сих, и же и написася я, и вем, яко истинно есть свидетельство его, суть же хигина много, я же сотвори Иисус, я же аще по единому писано бывают, не самому мню, всему миру, вместите пишемых книг. Аминь.